Всем привет, дорогие друзья! С вами студия БАЗ-93. Вы смотрите четвертую часть нашего проекта под названием Crazy Bus. Вот он, наш старенький, добренький Volkswagen. Вы видите, что уже левая сторона автомобиля загрунтована. Уже у него не такой унылый вид, как был раньше, но это только левая сторона. Сейчас я покажу вам правую сторону, какая она унылая. Вчера буквально я закончил подготовку к грунтовке и загрунтовал его вчера вечером. Получилось довольно-таки хорошо. Автомобиль ровненький теперь, переваренный, все дырочки заварены, зашпаклеваны, перетерты. Вот дверка, крыло, в общем, все идеально. Сейчас вам покажу с этой стороны примерно, как это все было. Было вот это вот так вот уныло. Ржавчина, сколы всякие, короче, гниль. На крыше тоже немножко было коррозии. Все вот такие вот это очаги мы зачищаем до металла, обрабатываем преобразователем ржавчины, далее грунтуем, ну и дальше будет покраска либо перетяжка. В общем, все делаем, по-моему, вот такие здесь моменты. Я думаю, видно ужасно. Я сейчас возьму фонарь, покажу. Вот эти унылые ужасные места, которые нужно ремонтировать. Правая сторона еще не подвергалась ремонту. Правая дверь еще не закатанная. Ждет своего часа. Завтра, я думаю, начнем закатывать вибры и усиливать ее. Здесь у нас поселился уже литий. Уже появилась фальшстенка. Вот он, литий. Пока будет одна секция. Место под вторую уже сделано. Вот деревяшечка имитирует секцию, прижимает. В общем, пока запустимся на одной, а в середине сезона, я думаю, либо к финалу докинем еще одну секцию. Вот он, небольшой каркас под тыл. Сюда будет крепиться тыл у нас. Тыл именно который на двадцатках. Так, пойдем дальше. Расскажу вам, что у нас происходит. Значит, сняты уже матрицы с дверей. С обоих. Вчера буквально сняли матрицы. Начали отмывать двери. Вот выпили вот такую вот деревяшку. Вот как будет выглядеть наш тыл. Вот он. Что-то уронил. Вот он, наш тыл. 18 пар шестнарей. И сколько у нас здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пар в дверях. И где-то пар 5-6 будет в центральной части драйверов. Здесь вверху будут тоже драйвера. Усилили немного дверь левую. Двери уже вечер. Функционал двери не пострадал, стеклоподъемники работать будут, открывание, закрывание, все будет работать в штатном режиме. По салону, значит, заканчиваем шпаклевать. Вот. Залили смолой, отшпаклевали. В принципе, здесь все уже практически готово. Сегодня установили вон распорочки, я думаю, видно. Уже близится запуск. Скоро, я думаю, в следующей серии уже 100% мы запустимся. Мы планируем на этой неделе уже запуститься, попробовать сломать лоб, чтобы можно было его срезать. И заказать бронелоб и подготовить рамку лобовую, потому что она там со следами коррозии. Нужно почистить, обработать, загрунтовать, в общем, продолжить малярные работы с автомобилем, параллельно заказать лобовое стекло и вклеить его.
По сиденью, значит, седла с BMW с пятерки мы продали, потому что сидеть вообще было неудобно здесь. Они очень огромные. В порт они не заходят, потому что они очень широкие. Были комфорт плюс или полный комфорт, как-то так сиденья назывались. То есть они очень широкие, ломаные спинки, боковая поддержка. В общем, сюда они в порт не заходили. Очень широкие, было очень неудобно в них сидеть. Ноги у меня упирались, я прям вот сюда, в замок все упиралось. Поэтому мы их продали и купили вот такие вот сиденья с Мерседеса. Тоже удобные, боковая поддержка. В общем, отдадим их на перешив и будут как новые. Так, что вам еще показать, рассказать? Значит, под капотом мы еще ничего не делали. В принципе, марафет не наводили. Что у нас тут интересного произошло? Да, в принципе, больше и ничего. Приобрели полуавтомат, чтобы отремонтировать данный вид транспорта данного старичка. В общем, сейчас варим, зашиваем. Скоро уже зашьемся. Посмотрим, какой будет у нас результат. Начнем настройку. В общем, времени осталось совсем мало. Уже, так сказать, ну, еще чуть больше месяца у нас есть. Поэтому будем мы заниматься, делать. Сейчас продолжу работу именно над внешней его частью. Уберу всю коррозию. Перетру, перешпаклюю, замою, загрунтую, и дальше уже будем смотреть, будем искать людей, которые нам перетянут его пленочкой, сделают все очень красиво. В общем, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, оповещения. В общем, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.